Дверь в положение арм, проверить дверь напротив. Аварийные выходы и оборонные метрополы расположены слева и справа по борту, в передней, средней и хвостовой частях самолета. The emergency exits are equipped with selection question slides and located on left and right side in the front, middle and rear parts of the aircraft. Каждый выход обозначен световым табло. Выход each exit marked with and illuminated at the side. Световая дорожка указывает направление к выходу. The escape path lighting will guide you to the exit. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please take a moment to locate the exit nearest to you. При падении давления кислородные маски выпадают из верхних панелей. In the event of cabin decompression, optional mask will drop down from overhead panel. Для подачи кислорода резко поднимите маску на себя. To lock the oxygen pipe, pull the mask towards you. Прижмите маску к носу и рту, закрепите, дышите. Press the mask on nose and mouth, fix it, breathe. Обеспечьте маской себя, прежде чем помогать другим. Put your mask on before helping others. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут и затянут, когда включено табло, застегнуть ремни. Your seatbelt must be fastened and tightened, the fastening sign is on. Ставьте наконечник пряжки to deep into the buckle. Затяните ремень, tighten the strap. Чтобы расстегнуть, поднимите крышку замка to release the buckle cover. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Your life vest located under your seat. По команде экипажа достаньте жилет и наденьте через голову. When directed by the crew, take your life vest out and put it over your head. Обернитесь ему вокруг талии, застегните и туго затяните. Adjust the strap around your vest, fasten it and tighten. Не надувайте жилет в салоне самолета. Do not inflate vest inside the cabin. Надуйте жилет у выхода из самолета, надернув за красные колпачки. Just before leaving the aircraft, pull down the decks to inflate the life vest. Подуть жилет можно через клапаны поддува. You can wear the vest up using the tubes. В жилете имеется лампочка, которая включается автоматически в воде. It also has a lamp which illuminates in water automatically. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вы можете в инструкции по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. You can get more detailed information about on board safety equipment from the safety instruction card, located spoken in front of you. Информация о транспортной безопасности, а также о правилах поведения пассажиров на борту размещена в бортовом журнале на сайте авиакомпании «Россия».
Иди за серым кроликом. Thank you.
Надо мою.
Yeah.